У нас группа Dizzy Jazz в нашем эфире. Друзья, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Привет. Ребята не имеют отношения к Крыму, а то вдруг кто-то сейчас подумал. Нет, ну, Крым, от музея Крым это про музей. Войны, да, а ребята экспериментируют с различными музыкальными стилями, да? Насколько мы понимаем. Стараемся. Какими именно? Да все, что в голову приходит, над тем мы экспериментируем. Никакого стандарта нету. Расскажите, как вы собрались? У вас такой прям солидный вид, да, таких умудренных жизнью музыкантов. Взрослые, как солидные вас... мужчины. Да, 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 да. Давно вас... тут сидим. Все ждем. Как вас прибило друг к другу? Да, мы познакомились все в театральном институте. А, еще когда учились? Еще когда учились, да. Ого. На разных курсах. И в итоге потихонечку, полигонечку создали команду. Ну а группе сколько уже? По разным подсчетам. Смотря что начинать считать. Уклончиво реагировать. Вот в таком коллективе. На вопросы. Да, 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 да. В таком составе именно. В таком составе года полтора, наверное. А-а-а. Ну, не в таком, нас не трое, нас больше. Нас... Ага. В том, в котором сейчас. Ну, ладно, не будем вдаваться в подробности, короче. Нет, в том, в котором сейчас день третий, наверное. А в общем составе год. Из зала подсказка. Что? Сколько нам лет? 9. Вы играете русскоязычную все-таки музыку, поете по-русски, не на английском. Что в наше языке. Время редкость, надо сказать. Да. Все же на английском как-то. А кто тексты пишет? Кто со словом работает? Я пишу тексты, ну, стараюсь. Иногда есть песни, которые мы поем наших друзей Андрея Пирога, группы Витхи Павла Володина. Но в основном мои тексты. Ладно, друзья, мы прямо сейчас услышим композицию коллектива Dizzy Jazz, которая называется «Я пел тебе». Да? Да. Не «Я пел тебе» именно, а «Я...» Не путайте. «Я пел тебе». Коллектив Dizzy Jazz в нашем эфире, а мы прощаемся с вами до завтра ровно в 7 утра здесь же, на том же месте, на Live 78. Нам пока. Было с вами хорошо, как всегда, этим утром. Надеемся, что вам с нами тоже. До завтра. Хорошего понедельника. И приходите 3 числа к нам на концерт в Биржа-баре. Кстати, да, Dizzy Jazz. Dizzy Bar, Биржа-бар 3 февраля. Приходите, все, пока, до завтра. Раз, два, три, четыре. Свет города синик. Вот, кажется, лето пройдет, и каждый мой стих в улыбке твоей пропадает. Возьми, что останется от моих слов с прокуренных улиц, чужих адресов оставь, сердце самую малость. Но ты спала, не зная, как этот мир тает, сгорая в лучах твоих. Как дым над землей, как туман белый, я пел тебе. И голос мой сип. Вот, кажется, песня пройдет, и каждый мой крик во сне твоих чувств утопает. Прости, я оставил лишь несколько слов прокуренных улиц, чужих адресов тебе ничего не оставил. Ведь ты спала, не зная, как этот мир тает, сгорая в лучах твоих. Как дым над землей, как туман белый, я пел тебе.